Принято у нас сегодня здесь это или не принято, но в любом случае принято всегда, это же эквивалентно. Спасибо большое, спасибо. Ну да, это все. Сейчас купим. Спасибо большое, где кляпа? Так, ну... Что там у нас? Невозможно. Прыжков в ширину. Вот. Хочу представить, с кем мы сегодня и вообще с кем мы тут собирались и все это делали. Вот. А теперь будем, видимо, это делать. Так, периодически пробраться. Вот. Виолончель, Александра, спасибо огромное. Да, здесь.
Бас-гитара. Вот эти штуки всякие. Ну, конечно же, барабаны, Евгений, да. Клавиши. Очень талантливые, интересные люди, вообще все. Конечно, Борис. Наташа, красавица. Вот, ну, конечно, Настя. Попередавать сейчас. Спасибо еще раз, спасибо, что вы правда приехали специализированно прям. Такого огромного, массового, серьезного, широкого, большого. Уже не говорю про Крокус. Там еще себе заморозим. Вот. Вот. Ну и, конечно, давайте, раз мы уже так плотно здесь все собрались, я могу расписываться. Что, мы тут просто все вечно. Почему все? Сейчас вернемся. Тут Олеся, как вы зовут? Олеся. У Олеси день рождения, 15 лет. Сейчас. Так. На всякий случай.